Значит, этот старый болван совершенно не помнит, откуда у него этот третий стул. И он не помнит, кто ему сказал, что остальные стулья будут представлены сегодня вечером на аукционе в Доме профсоюзов в бывшем поместье графа Салтыкова. Интересное дело. Надо было оставаться на Курилах, блин. Я не понимаю, эти стулья принадлежали бабушке отца русской демократии Кисы Воробьянинова. Их реквизировала новая власть, теперь они снова выставлены на продажу. То есть грабь награбленная, бей богатых и продавай бедным. Интересный коленкор. И почему я, блин, сын турецко подданного? Младший сын от первого брака лейтенанта Шмидта должен покупать эти стулья. Почему я, как гражданин новой России, не имею права на эти стулья? Непонятно. Черт подери, придется прибыть на аукцион. Устроились здесь. Отбери, продай, купи, снова отбери. Да. В деревне хлеба нет, они здесь торгуют царским инвентарем, мебелью, там, гарнитурами и всем, что успели награбить. А в чём?